Контролировать управляющую компанию намерены активисты Казани. Они презентовали проект «Живи как хозяин». Жильцы многоквартирных домов должны принимать участие в управлении жилым фондом и следить, куда уходят средства за коммунальные услуги, считают инициаторы идеи. Чтобы разбираться в тонкостях ЖКХ, раз в неделю в центре Домком Приволжского района Казани будут проводиться обучающие семинары для старших по домам. Управляющая компания должна обеспечить полную прозрачность в обязательном порядке. В обязательном порядке в ЖКХ сейчас должна появиться конкуренция. Подрядчиков, жители в обязательном порядке тоже также должны выбирать и, может быть, каждый год давать им аттестацию определенную. Работать им дальше или не работать. Здесь от подрядчиков очень много зависит. И, конечно же, просвещение. Жителей, как собственников жилья, нужно учить грамотности.